Всем привет, ребята! Вы на канале Digital Shaman. Меня зовут Иван, и сегодня у нас фотоаппарат Lumix. И надо вот это вот гнездо для крепления штатива поменять. Но чтобы его поменять, много нужно снять. Поехали! Итак, камера собрана, стартовала и уже работает. Как мы можем видеть, выдает результаты. Вот, чтобы снять вот такую вот деталь, нам необходимо было, по сути, весь аппарат разобрать, снять матрицу. И, конечно же, ее потом поставить, потому что, если ее поставить неправильно, будет проблема, короче, с картинкой. Сейчас все выставлено, все работает и аппарат готов к работе. Замечание по линзе, это 25 мм, и здесь можно видеть, что под линзой между слоями образовался слой конденсата, и, в общем-то, линза от этого слегка мутная. Ну, в общем-то, она будет давать довольно мутное изображение. И даже если это протереть, все равно видно, что там находится такой мутный слой.